Всем привет! Вы на канале «Готовь со мной». Сегодня мы приготовим самое простое блюдо русское, которое будет состоять из картофеля, одной луковки, своих домашних соленых огурчиков и сельдь соленая. Поставили картофель на плиту вариться. Картофель не солим, так как огурчики и сельдь соленые. Картофель варится. Начинаем чистить сельдь. Внутри у селедочки убираем пленочку черную, чтобы было чистенько. Если пленочку не убрать, эту темную, то рыбка будет горчить немножко, так что пленочку убираем. Снимаем с рыбки верхнюю кожицу. Селедочку отделяем от костей и от позвоночника. Удаляем косточки. Селедочку почистили. Получилось у нас филе селедочки. Сейчас будем нарезать кусочками.
Нарезали селедочку кусочками. Филе селедочки выкладываем на тарелочку. Нарезаем лучок кольцами. Лучок выкладываем на тарелочку. А тем временем картошечка сварилась, будем выкладывать к селедочке. И последний штрих. Выкладываем огурчики соленые, домашние. Очень быстро блюдо чисто русское готово. А теперь ответьте на мой вопрос. Это блюдо лучше, чем роллы или суши? Жду ответ. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Вам не трудно, а мне очень приятно. Всего доброго!